Привет, с вами Ксюша, и у нас реальный переезд. Я об этом сама узнала совсем недавно, была в шоке, но, кстати, вам я пока что ничего не расскажу. Вот сегодня я просто буду собирать свои духи. Это капец, ребята! Потому что духов у меня много, я пшикаюсь практически всеми, и я должна оставить только несколько ароматов, которыми я буду пшикаться все это время, пока еще буду в этой квартире. А вот все остальные, молочко, мисты и духи, мне придется увезти. И да, кстати, ребят, я вот заболела. Да, сегодня у нас понедельник, я дома сижу, счастливая. Вот, ну, кстати, мне уже лучше. Я уже третий день болею, класс. Ну, голос у меня бомбический, конечно. Я знаю, что при монтаже у меня голос будет немного другой, он будет гениальный, короче, будет суперский, но в жизни это просто капец. Разговариваем вновь с девочки. Ребята, если вам нравятся такие видео, то не забудьте поставить лайк под это видео. Ну что, погнали собираться, класс. Так, для начала, я думаю, что нужно выбрать те парфюмы, мисты и молочко, которыми я буду пользоваться, чтобы их сразу не убирать. Вот насчет молочка, я уверена на все 100%, и, кстати, я буду оставлять не по одной штучке, а по штучке 3, 5, 2, 4, ну вы поняли, кстати, ни разу не наврала, вот. Молочка я хочу оставить целых 3 штукенцы, чтобы выбирать по аромату. Так, выберу я точно 2 своих любимых. Вот эти просто, вот этот я обожаю. Тут груша, дыня, вообще бомба. И вот такой здесь у нас нероли и жасмин. Короче, вот эти 2 суперские. Но нужно выбрать еще один. Даже не знаю, мне взять свой любимый или взять более такой фруктовый. Потому что мой любимый вот этот, как видите, у меня его меньше всего. Он, кстати, с фруктами. Или же мне выбрать... Вот такой аромат. Здесь у нас манго. Что берем? Мама, помогай. Манго. Манго, окей. Оставь уже в покое вот этот крем, раз ты уже его много истратила. Оставь на потом. Ну вот, короче, я оставляю 3 вот этих аромата и, кстати, 3 новых. Вот. Куда мы хватит? Их положим? Тебе да, хватит? Конечно, ты что? Я же ими не так часто пользуюсь, я же ими так обмазываюсь. Ну да, ты тоже не часто пользовалась духами с мишками и все истратила. А теперь всего нет возможности купить. Потому что их нет в наличии, в принципе. Капец, все, что осталось, это трэш, трэш ситуэйшн. Наверное, запах классный. Ой, вообще. Так, дальше выбираем мисты. Ну, кстати, я, мам, подумаю тут о тебе. Оставлю твой любимый мист. У меня много любимых. Вот этот. Потому что ты у меня ассоциируешься именно весной вот с этим мистом. Хорошо. Потому что в прошлом году ты всю весну пшикалась вот этим ароматом и просто... И это, кокос, пожалуйста, это ты. Оставь. Нет. Ну и кокос. Кокос меня. Не нужен. Вот это ты. Это и мы все 2 недели будем одним и тем же пшикаться. Еще какой-нибудь выбери, пожалуйста. Так, это только я для тебя ставила. А вообще я ставлю 4 места. Ну еще для меня кокос. Ну ладно, кокос, который кокос именно. Есть вот такой кокос. Есть вот такой кокос. Есть с блестками кокос. С блестками на лето лучше. Подожди, есть еще лайт кокос. Есть еще вот такой кокос. Зеленый кокос, да, вот этот. Вот этот? Угу. Которые ассоциируются у меня тоже с весной. Да, и конец мая. Вот это конец мая. Все духи у меня по месяцам ассоциируются. Теперь выбираем 2 аромата для меня. Так. Сейчас быстренько расставлю обратно, чтобы понимать. Так, что я оставляю? Ну, разумеется, я оставляю вот мой любимый парфюм. Ну, куда я без него, конечно же, оставляю. Кстати. Это новый, да? Это новый. И посмотрите, сколько у меня его осталось. Ты сама ли тебе помогли? Это я сама. Даже больше, чем вот этого, хотя этим я в комнате вообще пшикала. А если я чем-то пшикаю в комнате, то все, это полбанки. Вот. Короче, вот это я точно оставляю. Давайте вот так уж красивенько. И, кстати, есть проблемка, я не знаю, какой еще оставить мист. Мне жалко увозить все, поэтому сейчас будем выбирать. Очень тяжело. Так. Давай, Ксюша, соберись с мыслями. Я знаю. А, нет, не знаю. Может оставить какой-нибудь ваниль? Или оставить грушу? Давай вот грушу давай, оставим. Давай. Все,
Оставляем грушу. Так, все, да? Четыре места. Четыре места есть. Теперь выбираем парфюм. Здесь тяжелее всего, потому что я парфюмы просто обожаю. Никогда не могу выбрать один. Я даже коробочки для духов приготовила все, чтобы их сложить, чтобы не разбились баночки, чтобы все было окей. Ну, вообще, в принципе, коробочки я оставляю, они очень яркие и красивые. Так, сейчас март. Я еще в марте буду пользоваться этим парфюмом, а потом я уже встречусь со всеми остальными. Так, поэтому выбираем для марта. Ну, вот сейчас я... вот этим пшикаюсь. Это у нас миндаль. Миндаль-ваниль. Это я оставлю. Дом парфюмов нужно 5 штук оставить. Поставишь на тумбочку, мам? Кстати, мама сдерла все ногти свои. Сдерла? Да. Сняла, точнее, ребята. Сама. Вот ненавижу, когда она так делает. Не хочу больше. Настроения нет. Вот так, ребят, видите, что творится. Так, манталь можно оставить. Манталь, да, прикольный запах. Оставляем? Угу. Все, еще тогда... оставь с бананом. С бананом. Для меня. Да не, на самом деле у тебя все хорошие духи. Так, все, я уже знаю, что я оставляю. Вот этот вообще взрыв мозга. Это Том Форд. Эти мои самые любимые духи. Они не нравятся моей маме, не нравятся Максу. Это вишня? Это не вишня. А вишню не будешь оставлять? Нет. Ну, или оставить. Я сейчас не пшикаюсь. У меня вишня, это вот каникулы. Вот, оставь мне еще табак ваниль. Ладно, Том Форд больше не беру. Может, вот эти взять или нет, эти не будем. Так, что посоветуешь? Оставь вот эти вот. Вот эти? Да. Нет, я вообще не пшикаюсь. Вот, давай запах свежести. Давай вот эти еще оставим. Это уже сколько там парфюмов? 4. Осталось выбрать еще один. Вот тут очень тяжело. Нет, не тяжело. Я уже знаю, что я оставлю. Вот тут есть мой самый любимый. Я думаю, что вот... эти можно даже все оставить, но не буду, ладно. Почему вот. Оставляю? Ничего страшного. Тогда я, можно несколько выберу таких? Нет, раз. Ты вот в этой баночке оставь все. Нет, раз, два, три. Вот. Вот эти просто обожаю. Смотри, это значит Идоль, потом Джасмин, вообще очень вкусные. И вот эти взрыв мозга. Все девочки спрашивали, что за парфюм на тебе. А что это? Чем пахнет? Это когда ты мне сказала, что пахнет какой-то прослоечкой из тортиков, понимаешь? Ну-ка. Вот они есть. Вообще очень классные. Вот это мы, значит, оставляем. Нет, мне не нравится, что ты так положила. Ты хочешь разбить, как в тот раз? Твои, да? Ладно, давай еще посмотрим вот здесь. Не-не, все, хватит, Ксюша. Точно? Ты уверена? Может, с молоком оставим? Ну, давай. Духи с молоком. Вот у меня есть такие. Оставили мы, значит, вместо 5 парфюмов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Чуть пересчитались. А остальные, ребята, нам придется увозить. Фруктовые есть, цветочные есть. Эти. А так у меня тут все вообще для жизни есть. Ладно, остальное собираем в коробочке. Начнем с духов. Это просто трэш капец. Короче, я все буду класть либо в эту коробочку, либо в чемодан, в котором я это все буду перевозить. Вот духи буду в коробку класть, а вот в чемодан молочко и мисты. Что войдет? Ну что, погнали складывать духи. Короче, вот все коробочки, которые я нашла у себя дома. Я знаю, что каких-то нет здесь. Нужно будет что-то придумать, как перевозить духи. Я думаю, что нужно начать по полочкам все делать. То есть сначала вот эту полочку, потом, например, вот эту, потом вот эту, вот эту. Короче, начинаем. Первый парфюм, который здесь стоит, это Коко Шанель. Ему чуть больше года, мне его подарил папа на 8 марта. И коробочки, разумеется, у меня нет, потому что тогда я не коллекционировала духи. Это было как просто покупка. А давайте у тех парфюмов, в которых нет коробочки, мы тоже оставим. Ну, давай, так всё, будет лучше. Всё, супер, так плюс Коко лучше, Шанель. Да. Потом просто увезем это все в сумочке моей, хорошо, например. Так, дальше, следующий парфюм, Dolce & Gabbana. Пион. Коробочка от него есть 100%, я ее уже нашла, вот такая маленькая фиолетовая. Убираем, тут такие розочки красивые, опа, и все готово. Первая баночка. Вот сюда, в уголок, чтобы никто не уволок. Так, дальше, следующий парфюм это Gucci. Забыла, что мне нужно нюхать. Это, короче, очень вкусные, вообще топовые. Очень жаль, что от них есть упаковочка. Да, потому что аромат очень классный, я ими почему-то давно не пшикалась, надо будет как-то вспомнить те времена. Так, смотрите, чтобы дело шло быстрее, я упаковываю, а мама ставит в коробку.
Дальше вот этот парфюм, короче, тупо запах свежести, очень вкусно, свежесть с цветами прям. Я обычно им пользуюсь после того, как помою голову и пшику прямо на волосы, прям очень классно. Так, упаковочка от него точно была, я не выкидывала, вот она. Очень красивая, тоже голубенькая, вообще топ, убираем. Как хорошо, что мама меня уговорила не выкидывать все коробочки от духов, а ведь я хотела. Следующий аромат от той же фирмы, пахнет медом, ну не прям медом, там еще цветочки. Так, если не ошибаюсь, вот эта коробочка, мне так нравится, очень оригинальная крышечка, упаковочка, вообще топ. Так, закрываем. У меня же этим духом всем практически меньше года. Вот, потому что я в этой квартире начала только закупаться духами, а тут я живу меньше года. Короче, и мне очень интересно послушать аромат летом. Именно как они раскроются летом. Это вообще отдельная тема. Держи, мама. Следующий парфюм от той же самой фирмы. Просто легкие цветочки. И ищем упаковочку. Она точно была. Так, ну, наверное, тоже с цветочками. Вот. Точно. Нашли, нашли. Да, вот Дейси, Марк Джейкобс. Как ты говорил на него? Джобс. Я говорила Марк Джобс, а это Марк Джейкобс. Когда не умеешь читать? В принципе. Принимай. Следующий аромат. Тут нет надписи с фирмой, но я помню, что это. Это Мугглер. Они, короче, очень вкусные. Очень неприметная упаковочка. Аква Мугглер. Это они и есть. Как ты все это запоминаешь, Ксюша? Я бы точно не смогла без тебя собрать духи. Ну да, ты бы не смогла, потому что, во-первых, все духи мои, как бы, и я шарю за каждый. Я помню, у кого какой запах. То есть я вот про духи помню, про молочко помню, про мисты все помню. Я еще, знаешь, знаю про те духи, которых у меня даже еще нет, но я о них знаю. Вот это трясется. Мечтать не вредно, Ксюш. Дальше у нас Гуччи Флора. Цветочком. Кстати, они что такие? Так, упаковочку ищем, ищем. Потерялась, значит. Мне кажется, вот. А я ее даже не вижу. Мама, ну ты вообще... Богиня? Богиня, да. Опа, и запечатываем. Дальше парфюм, который хотела купить мама. Я его купила, но пшиклась им один раз всего. Так лучше раз, ты пшикнуть? Давай. Хотя я сегодня уже мистами пшикалась. Ой, вкусно пахнет как. Вкусно, да, пахнет? От него самой упаковочки нет, но есть вот такая вот штукенция, которая просто надевается. В это время наши собаки. Быстрее, показывай. Это собака номер раз. По трубоне. Собака номер два. Начали на расслабоне. У двери лежит. Че, спалили, да? Эля, тебя спалили. А вторая собака начали на расслабоне лежит. У двери. Потекушечки. Не, ну собачки у меня вообще... Ребята, надеюсь, вы не забыли поставить лайк под это видео. Ставим лайки. Так, следующий парфюм это Moschino Медвежонок Global Gum. Прикол. Прикол в том, что у меня нет от него упаковки. А оставлять дома я его не хочу, потому что я его 100% потрачу сейчас же. Тут осталось просто на 2 пшика. А мне не надо, чтобы оно заканчивалось. А знаете, как я его потратила в основном? Вообще летом очень много потратила, потому что купила 2 июня, я пшиклась им всегда, постоянно просто. Поездку я его тоже брала. А вообще, наверное, вот столько, вот так вот, я потратила во время клипа. 100 раз снимала кадр, как я отдираю ему голову. И потом, как я пшикаюсь, я же такая, мне точно пшикается прям реально. Да, пшикайся. И я там, короче, все, пшикала ими. И все выпшикала. Но запах, конечно, был в студии вообще. А знаешь что? Давай уберем в какую-нибудь коробочку из тех духов, которые мы оставляем дома. Ребята, это трэш капец. Нет никакой подходящей упаковочки, поэтому пока что оставляем. А так, думаю, можно его, в принципе, просто аккуратненько увести. Продолжаем. Следующий парфюм это туалетный утенок. Как я его называю, очень вкусный парфюм. Мне его подарили. Коробочка у меня осталась. Так, раз и два. Держи. У нас уже здесь прилично, Ксюш, коробки. Так, дальше вот такое Moschino. Цитрусовая. Коробочку от него, честно говоря, не помню. А, вот такие вот бешеные упаковки. Раз и вторая вот такая. Наверное, это от нее или нет. Вот это. 100%. Так, следующий парфюм это беленький мишка. Мне на самом деле запах сначала очень понравился, когда выбирала парфюм, а потом что-то как-то так.
забирайте. А еще, кстати, у медведя есть дочь или сын, не знаю, кто это. А коробочка есть? Нет. От дочери? Нет, нам подарили это в золотом яблоке. Поэтому миниатюрки тоже увозим. А, так у меня коробочки есть от духов, которые мы не увозим. Смотри, манталь мы оставляем дома, коробочка у нас, разумеется, остается. Поэтому давай миниатюрки все сюда кидаем. Не разобьются? Нет. Раз. Давай сразу следующие миниатюрки сложим. Вот. Шанель, Габриэль или кто? Да, Габриэль, Шанель. Не откроется? Сюда. Нет. Вот, две миниатюрки уже там. И последняя, третья, это Коко Шанель. Смотри, что не открылось. Я знаю, что у тебя еще вот эти вот есть миниатюрочки. Вот, это тоже все сюда кидай, потому что от них нет упаковки. Так. Ой, вот это вообще что было? Это Том Форд, тут все подряд. Тут и Диор, тут и Том Форд, тут и Аква ди Парма, тут и Ланком, тут Джадор, Лазоровский есть. Келвин Кляйн, вижу, Лакост, Ив Сен Лоран. Короче, все эти пробнички мне дарили в магазинах при больших покупках. Такие еще есть. Так, надеюсь, закроется. Ничего себе, ты как-то неаккуратно сложила. Или вот, давайте уже сюда, потому что эти духи у нас тоже дома остаются. Капец. А это что? Это жвачка. А, это жвачка. Оставляем. А вот эти? А эти от них есть все упаковки. Мама, вот это убираем. Держи. И вот еще бумажечку положи куда-нибудь просто. Вот сюда. Да нет. Нет, надо. Последнее, что осталось на этой полочке, это тоже цитрусовый аромат. Так, маскина тоже ставим в коробочку. Коробочка вот такая красивая. Держи. Дальше мы переходим вот к этой полочке. Тут у нас все от одной фирмы, так же, как и было маскина. Так, первая ваниль Коко. Давайте найдем от нее коробочку. Так. Вот, я уже нашла, посмотрите, такая синенькая, красивая, и написано ваниль Коко. Убираем аромат в баночку. Вот это хорошо запечатано, вот это я понимаю, мама. А давай все сначала ароматы поставим вот сюда. А дальше с молоком, молоко мы оставили дома, поэтому баночку. Дальше какао, шоколад. Кто как хочет, вот он. Здесь даже цвета совпадают, вообще класс. Дальше ваниль, абрикос, вот это вообще топ. Вот. Уже третья упаковочка. Дальше ром табак, вот оно. Это у нас цедра лимона, сейчас найдем упаковку, она чуть отличается. Вот, беленькая цедра. А внутри она все равно голубенькая. Так, убираем. И последняя упаковочка, последняя баночка от этой фирмы. Слушайте, я даже не знаю, где упаковка от нее, честно говоря. Потому что этот парфюм один из новых моих. Мне на Новый год его подарила Лиза. Лиза, где баночка от духов? Она точно была дома, я ее видела где-то. Подождите. Может, тут? Ладно, давайте пока что ее поставим вот сюда для выяснения обстоятельств. При этом мама просила его оставить этот аромат. И, видимо, судьба. Здесь аромат я убрала, теперь переходим сюда. Давайте вот Том Форд уберем. Том Форд, в принципе, тут баночки самые заметные. Табак, ваниль убираем. Тут все идеально. Посмотрите, все прям по миллиметру, по сантиметру размерено. Так, закрыли. Нет, подождите, это уже у меня косоглазие. Ну, да, давайте вот так вот сделаем. Чтобы тут прям надпись была. Так, давай вот эти уберем. Так, или как лучше. Теперь Lost Cherry. У него тоже упаковочка есть. Наверное, вот. Да-да-да. Теперь так же ровненько давай. Чтобы вообще тут все было гениально. И вот эту тоже можешь убрать, потому что парфюм у нас дома остался. Напишите в комментариях, как вы думаете, всего, что у меня есть, надолго хватит или нет? Или мне нужно еще больше закупиться духами? Кто также думает, что нужно закупиться, пишем в комментариях. Или, по крайней мере, вы должны написать, на сколько лет мне всего это хватит. Всего этого духов. Так, что, продолжаем дальше убирать. Уберем теперь Versace. Тоже запах какой-то вообще непонятный. И практически не пшикалось. А почему тогда пропало? Я хотела взять беленькие. А ты сказала, что они пахнут очень плохо, поэтому я взяла вот эти, потому что тебе они понравились.
Вот, но они как бы ничем не пахнут, поэтому пшикайся. Дальше, вот такой парфюм, просто взрыв мозга. Очень вкусный. Зелененькая упаковочка. Этим парфюмом я очень часто, на самом деле, пшикаюсь. Он очень классный, прям вообще. Потратила я немного, на самом деле. Дальше мы уберем Prada. Они очень понравились Лизе. Prada Candy. Так, убираем их сюда в упаковочку. Мне еще очень такие нравятся с цветочками. Они очень нежно розовенькие такие. У меня есть очень много фоток духов, которые мне нравятся, но у меня нет. Дальше вот такой аромат с туфелькой. Я не знаю, зачем я взяла красненький, если лучше было взять синенький. Прям вот те очень классные. Они пахнут миндалем, там ваниль, там вообще очень вкусно. Вот эти просто фруктовые. Так, коробочка от них была вроде вот эта. Нет, не это. Так, мам, помогай. А, вот. Very good girl. Раз, два, три. На, держи. Дальше духи, которые нам давали в подарок. А это Armani My Way. Маленькие миниатюрки. Очень вкусный аромат. Так, вроде вот это от них упаковочка. Да. Убираем. Пришел домой папа, и собаки сразу то цокают, то вякают. Я очень испугалась сейчас. Держи. Кстати, ребят, каких-то духов у меня нет дома, потому что они стоят в школе, в раздевалке. Да-да. Ну, например, вот эти. Поэтому много коробочек останется пустых. Так, дальше у нас Black Opium. Очень классные, вот они. Но вот их лучше на зиму. Ну все, зима прошла. Свидос. Держи. Дальше Victoria's Secret. Такая элитная коробочка. Все по-элитному. Держи. Кое-как выпросила у мамы, чтобы она мне их купила. Потому что мне не очень нравится этот запах. Вы можете мне позвонить, и я лично приеду к вам, попрошу вашу маму, чтобы она вам купила что-нибудь. Ага, конечно. У меня кстати, Victoria's Secret закрыли. Да, это капец, ребят, я в шоке. Еще какой-то магазин с косметикой. Много что закрыли. Закрыли Body Shop, закрыли Sephora. Вот, это Sephora. Вообще трэш. Там столько было. Но Золотое яблоко открыто. Да, открыто. Ну, там, кстати, поставку некоторые фирмы закрыли. Капец. Так, дальше манго, духи с манго. А вот мне их тоже подарили на Новый год. И, кажись, крышечки тоже нет. Вы поняли, коробочки. Коробочки? Да ты что? Ну, ставь тогда и сюда пока. Для выяснения обстоятельств. Трэш, капец. А, нет, от них есть вот такая маленькая. А, точно. А обычно вот эту маленькую убирают сначала в баночку, а потом убирают в коробочку. Значит, где-то коробочка точно осталась. Ну, раз нет коробочки, поставлю в мешочки. Смотрите, сколько у нас всего осталось здесь и здесь, и тут. Да, здесь-то понятно дело. Так, дальше Dolce & Gabbana. Для них у меня есть вообще отдельная упаковка. Где она? Сейчас я найду. А я их уже увезла. Большая коробочка черная, да? Да. Увезла, Ксюш. Это трэш, капец. Давай тогда сюда. Нет, смотри, у меня вот этот аромат стоит в школе сейчас. Я могу просто сюда положить. Не, не надо, не надо. Мы же заберем со школы, и она будет в этой коробочке стоять. Нет, когда я уже заберу его со школы, я уже перееду. Ты уверена? Да. Ладно, хорошо. Ты запомнишь тогда? Да! Смотри, как у меня есть. Смотри, какие духи. Это Dolce & Gabbana. У меня Моня очень любит духи, мне нюхать. Вкусно, да? Сейчас чихнет. Чихни, если вкусно. Вкусно понюхай? Да не любит она духи нюхать. Она, если что, сама там не нюхает. Не, не надо, сильно резкий вкусно? Запах для нее. Вкусно? Вкусно, конечно же, вкусно? Девочка. Вкусно, да? Она же девочка. Сладко. Так, убираем сюда, значит, нашу Dolce & Gabbana. Уже пошел второй ряд. Супер. Давай я второй ряд буду аккуратно складывать. Вот, вот так можно. Так, здесь мы все убрали. Теперь переходим вот сюда. Погнали вот с этого. Это Lancôme вроде как. Love Est Bella. Наверное, это все-таки Lancôme, да. Так, упаковочка Lancôme есть такая. Есть такая. А вот это вот такая. О, а вот я от Манго нашла упаковку. Видите, как хорошо. И коробочки заодно переедут, и духи, и все ровненько. Нет, не ровненько. Так не надо было складывать. Нужно вот так.
вот так вот не надо, надо вот так. Дальше у нас Дживанши. Здесь у нас груша, вообще очень вкусненький аромат. Вот упаковочка. Так, ребята, продолжаем. Дальше у нас Gucci Bloom. Вообще очень классный парфюм. Его любят практически все. Это от них упаковочка, очень красивая. Мама, убирай. Дальше Dolce & Gabbana Garden. Garden. Они стояли у меня в раздевалке, но я их недавно принесла домой, потому что решила, что нужно поменять аромат в раздевалке, что уже как-то долго они там стоят. Вот, от них упаковка. И вот наша баночка, держи. Кстати, ребят, все вот эти стеллажи, в которых у нас стоят духи, они тоже переедут вместе с нами. Дальше у нас скандал. Вот у них тоже туалетная, это, ой, консервная упаковочка. Скандальная, да? Да. Вот сюда убираем. Помните, как я еще угорала, когда вот тут ноги должны были быть, а они вот тут. Что за бред? Вот. Дальше опять Марк Джобс. Вот упаковочка от них с котиком. Закрываем. Я уже научилась баночки упаковывать правильно за все видео. Дальше вот такой аромат. Это у нас попкорн. Называется фирма The House of Out. Но от них была коробочка. Я не знаю, где эта коробочка лежит. А здесь разве нет? Здесь нет. Тут именно маленькая коробочка. Там была как шкатулочка. Как вот такая, Том Фордовская. Все шкатулочки я перевезла к бабушке, Ксюш, я не знала, что они тебе нужны. А, кстати, хорошая идея, все духи, которые тебе не нужны, вот сюда переложить в маленькую, да. И все. Или чтобы место меньше занимать вот здесь, можно некоторые баночки тоже сюда положить и сверху просто эти. Нет, смотри, вот у тебя вот эта ракушка осталась, да? Потом вот это осталось, на, складывай туда все. С бананом тоже. С бананом? Вот сюда все и складывай. Ну видишь, они так будут тут это вилять. Не, нормально, мы чем-нибудь заложим. Вот, аккуратненько, да. Ну ладно, давай дальше. Вот этот вот тоже нет баночки. Помнишь, мы же купили сменный блок, и я вот в баночки свои переливала. Вкусно. Так, убираем сюда. У тебя же нос не дышит. А мне прям потому что спирт сейчас нос. Дальше реплику убираем. Кофе брейк. Вообще классный. Вот кофе брейк. Опачки. Как же здесь хорошо пахнет. Ты, да, сейчас пшикнула вот этой штучкой, прям вообще изумительно. Убираем. Так, дальше с матчей, я не знаю где. Что, тоже сюда, значит, складываем. Black Pepper, Amber, Anthony Rolly. Я, конечно, знаю, что мой английский во время моего разговора у нас божественный. Но парфюм очень классный, кстати, заканчивается. И мне надо будет купить такой же большой флакон. Упаковочки нет, поэтому складываем сюда. Класс. Теперь переходим сюда. Это у нас также Lancome упаковочка от них, темненькая, вот такая. Эти с кокосом. Помню, мы, короче, с вами выбирали сначала духи по запаху. Такие типа, о, какие вкусные. А потом мы когда сказали, ну вот, консультанту, помогите нам выбрать, вот, нам нужен вот этот аромат, где взять его? Она говорит, а вы знаете их историю? Мы такие типа, нет. И она нам, короче, рассказала, и мы так угорнулись с мамой. Вот. Ну ладно. Так, и вот вторые светленькие. Вот они. Второй светленький алмазик у нас с ванилью. Тот с кокосом, этот с ванилью. Три. Вот так вот скрываем. Это у нас Муглер. Вот от них коробочка. С фруктами аромат. Теперь уберем вот эти духи, которые стоят в этом стаканчике. Сменный блок. Сменный блок вот здесь лежал. Кидаем. Забираем. Дальше вот эти два аромата, жасмин и ваниль, я оставила здесь дома, поэтому можно просто убрать эти коробочки. И еще три маленьких аромата. Это кокос, где вот упаковочка от него. Дальше ваниль, черная смородина 2. И вот этот аромат с миндалем вроде как. Да, миндаль. Сияние миндаля. И вот этот парфюм в школе. Тоже убирай. И этот парфюм в школе. Версачи тоже убирай. Да, даже Версачи в школе стоит. Вот так вот. А вот этот Том Форд. Вот флакончик. Вообще это типа дезодоранта, только просто он с ароматом. И все. Он был в подарок к моим трем парфюмам. Ну, кстати, очень прикольный. Запах очень классный, я им пользуюсь.
В принципе, ребят, это все. Осталось еще коробище вот это. И все. Это упакуем, перевезем. Пока что давай делать дальше. Молочко и мисты.